Всем добрый день, приветствую вас на нашем вебинаре «Нейросети для пиар-специалистов». Меня зовут Тимур Асланов, и в ближайший час, там, минут 40, мы с вами проведем в общении на тему, что делать с нейросетями, какие есть вообще нейросети. Поговорим о том, как их использовать в работе, что можно делать с их помощью, как они могут облегчить нам жизнь и есть ли угроза. Вот в общих чертах об этом пойдет речь. Как обычно, сначала что-то расскажу, потом поотвечаю на ваши вопросы. Готовьте вопросы. Вопросы можно писать, как обычно, по ходу вебинара в чате, в зуме. А можно писать в конце, когда уже я завершу основную часть, и мы там с вами пообщаемся. Ну, как обычно, пока идут подключения. Еще расскажу в двух словах о том, какие мероприятия обучающие мы для вас приготовили, что у нас в ближайшее время, как, где у нас можно поучиться, куда можно сходить, что посмотреть. Итак, вот из ближайшего, 3-5 апреля, у нас будет пиар-школа в Москве пиар-закрытого предприятия. Это такое обучающее мероприятие. Там будет, будут разные спикеры, спикеры из отрасли, в том числе из закрытых предприятий, где мы будем говорить о том, что как пиариться, когда ни о чем говорить нельзя. Как э, продвигать то, что, в общем, продвигать достаточно сложно, потому что кругом все секретно запрещено и так далее. Что делать, как, какие находить выходы, как не нарушать никаких запретов, но при этом решать пиар-задачи. Вот такое будет. У нас мероприятие, там часть э, тренинга веду я, часть, вот как приглашенные спикеры из отрасли, тоже из таких вот компаний, предприятий, которые поделятся своим опытом и расскажут о том, что они делают приглашаю, соответственно, если вы имеете отношение к этой отрасли. Следующее мероприятие, которое у нас пройдет, это 10-12 апреля будет пиар-школа связи с общественностью в органах законодательной власти. Это вот городские думы, областные законодательные собрания, как их пиарить, как продвигать, как пиарить, продвигать депутатов в том числе. Это мой тренинг, там все три дня веду я, соответственно, как всегда буду рассказывать, показывать кейсы, инструменты, будем делать упражнения, будем заниматься тем, что искать решения ваших проблем и разбирать в том числе ваши кейсы. И аналогичное мероприятие пиар в социальных сетях для государственных и муниципальных структур 16-18 апреля. Это вот государственные структуры, региональные органы власти, бюджетные учреждения. Что делать в соцсетях? Как продвигаться? Как вести паблики? Как делать, чтобы эти паблики читали? Тоже с практическими заданиями, с упражнениями, с разбором кейсов с разбором ваших аккаунтов тех, кто пожелает и так далее. 22-24 апреля в Москве тоже пройдет мой тренинг пиар в образовании. Это тоже мой тренинг, три дня вот для пиар специалистов высших и средних учебных заведений, вузы, колледжи. Как пиарить, что делать, про, про всех аспектах поговорим. В мае. 14-16 мая будет моя пиар-школа э, «Мастер пиар-текста». Здесь все три дня посвящены работе с текстами. Буду разбирать ваши тексты, будем разбираться с тем, что не так с текстами, как писать э, экспертные заметки, посты в соцсетях. Разумеется, про релизы будем говорить, в том числе там про работу с инфоповодами, связанную с пиар-текстами. Вот тоже такая три дня погружения в тему текстов приглашаю. И... Э, 17-19 июня в Москве у нас пройдет вот тоже наша пиар-школа по нейросетям, как раз вот по теме сегодняшнего вебинара ⁇ нейросети для пиар-специалистов ⁇ это будет три, тоже трехдневное такое мероприятие, семинар-практикум, и в чем фишка этого мероприятия, мы не только будем говорить на нем о том, что можно делать, да, сегодня мы так поговорим о том, что можно сделать, я покажу какие-то примеры, на семинаре-практикуме мы всех участников научим с этим работать, прям вот руками, непосредственно, все будут сидеть за ноутбуками, и ä, мы будем показывать, как заходить, как устанавливать себе какие-то эти программы, как писать эти самые задачи, промпты, задания для нейросети. у нас со звуком? Сейчас есть звук? Появился звук? Напишите, пожалуйста. Да, все отлично. Странно, что-то выключилось. Итак, вернусь про семинар в нейросети для пиар-специалистов. Как я уже сказал, мы не только расскажем и покажем, что можно делать, но и научим участников делать это все своими руками. А вот непосредственно прямо будем делать на семинаре, создавать эти самые задачи, получать результат. То есть вы после семинара выйдете еще и умея делать эти вещи. Если вы уже их делали, то ну, мы покажем вам, как это делать еще круче, еще интересней. Да, у нас будет много практиков, которые с нейросетями работают достаточно активно. Если вы не делали, вы сможете в этом разбираться. В основных ключевых нейросетях сможете и генерировать тексты, и картинки и так далее. Вот это вот мероприятие наше ключевое. Ну и, конечно, в конце мая мы проведем еще нашу большую конференцию. «Эффективная пресс-служба-2024», ежегодную нашу большую, на нее тоже можно приехать поучиться. Там три дня, два потока докладов, как всегда у нас. Это 29-31 мая. Ну, все наши обучающие мероприятия, включая онлайн-курсы, можно найти на нашем сайте eventimage.ru или перейти по QR-коду, или забить в Яндексе или Гугле конференции Image Media и найти все наши мероприятия. Приглашаю, приезжайте. Ну что ж, Перейдем, собственно, к теме, поговорим о том, что же вот нейросети для пиар-специалистов, что делать, что зачем. Ну вот, мне очень нравится всегда показывать вот эту картинку. Год назад, как раз ровно в марте прошлого года, вот такая картинка появилась и завирусилась в интернете, в соцсетях. И люди начали, многие писать комментарии, серии «Наконец-то появился папа со вкусом в моде», «Нифига себе, это папа римский», напомню, значит, в модном плаще от «Баленсиаго». Даже Илон Маск вот написал, что Great Джекет <laughs> и так далее. Но потом выяснилось, что это фейк, что эта картинка сделана, создана нейросетями. А, и но, как бы, такая была достаточно интересная интересная история с Что, про что? как бы нам это говорит. Сегодня, ну, мы пиарщики, мы работаем над тем, чтобы создавать новую реальность, как известно, да, это самая интересная часть нашей профессии. Помимо того, что мы выстраиваем коммуникации, значит, вот, вверенного нам учреждения, компании, организации и так далее, мы все равно выстраиваем и создаем определенную картинку. И на нейросети сегодня, появившийся искусственный интеллект, во многом помогает нам этим заниматься, на мой взгляд, потому что и облегчает нам этим самым жизнь, потому что вот мы можем эту картинку, ну тут как бы там часто возникает вопрос этики и вопрос границ, это уже там решать каждому, где и как, но, безусловно, наш арсенал стал намного богаче. Как можно использовать? Давайте посмотрим. Конечно же, ну, в первую очередь, если мы говорим о том, что мы ведем, например, социальные сети или ведем блоги какие-то корпоративные и так далее, создаем какой-то контент, неважно, корпоративные СМИ, еще что-то, очень важна визуальная часть всегда очень важна визуальная часть и не всегда у нас есть бюджет возможность э, эту визуальную часть каким-то образом вот делать разнообразно ярко интересно и подбирать классные иллюстрации к своим публикациям вот нейросети сегодня нам дают эти возможности мы можем взять и какие-то привычные вещи показать в необычном виде да вот например созданный э, там, бургер созданный при помощи нейросети конечно он прикольный конечно он необычный и мы Получаем возможность наш контент разнообразить, получаем возможность сделать что-то интересное, создать вау-эффект. Да? Ну, что это может быть, что делают часто люди? Мы берем нейросеть дает такую возможность взять привычный нам предмет наш продукт, например, да, то, что мы делаем, и представить, как бы это выглядело, если бы это изобразили те или иные художники. Да, например, вот художник не должен быть голодным, поэтому представил, как бы выглядел сочный бургер от Микеланджело, Магрита и Вазовского, еще 12 культовых художников. Вот там э, некий пост в соцсети. Конечно же, это интересно, да, и если вы э, значит, заведение фастфуда, то вы, конечно, можете наполнять свои соцсети вот такими вещами, каждый раз это разнообразие, и работая с нейросетями, если это Миджорни, она там знает многих художников, в основном, к сожалению, западных, но можно в нее загружать референсы, да, вы загружаете картинку, например, там, художника того же Айвазовского, и она вам в стиле этого Айвазовского уже выдает то, что вам нужно, да, и вы таким образом можете интересные вещи делать. Вот, например, там, проводил тренинг в одной нефтяной компании и тоже как бы предложил им варианты, как можно делать в соцсетях, например, какие-то вещи. Вот, смотрите, это буровая установка в стиле поп-арт. Да, вот такую вот изобразила нейросеть буровую установку. То есть просто стандартное то, что мы снимаем свои объекты промышленные или какие-то, это тоже у нас есть в контенте, но это многим неинтересно, выглядит скучно, если это не какая-то интересная съемка. А вот такие вот вещи, они, конечно, разнообразят, они удивляют, развлекают аудиторию, поэтому позволяют им достаточно хорошо с контентом работать. да? Или вот тоже автозаправочная станция, тоже компания вот Та, та же нефтяная компания, они, они еще и заправками занимаются. Вот в стиле Ван Гога, да, я задал в стиле разных художников, заправка в стиле Ван Гога. Посмотрите, Ван Гог действительно угадывается, да, Ван Гога знает нейросеть. И разные виды заправок в стиле разных, значит, художников, да, например, автозаправка в стиле Дали. Выглядит вот так, да, ну, то есть на заправку может быть и не очень похоже, но Дали угадывается. И самый главный вопрос при работе с нейросетями – это вопрос вот именно постановки задач. Это вот промпт называется, вот эта вот задача, которую мы ставим, формулировка вот этой задачи, задание. Это очень непростая вещь на самом деле, потому что, ну, можно достаточно просто писать, напиши, нарисуй, сделай то-то, получить один результат. И чем глубже вы в это погружаетесь, тем лучше вы изучаете вот эту систему постановки задач, тем более качественный результат вы получаете. И сегодня вообще речь идет о том, что вот появляется новая профессия, так называемая, промпт инжиниринг Это вот человек, который умеет составлять эти промпты. Это не надо думать, что это отдельная профессия, которую кто-то там, какие-то специалисты, которых мы нанимаем. Это в том числе вот важная компетенция, в том числе для пиар-специалистов, уметь разбираться в этих промптах, писать правильно эти задачи, правильно их ставить и так далее. Вот мы, кстати, на этом тренинге, который будет в июне, будем подробно это разбирать. Ну и от того, вот насколько, как вы это все прорабатываете, действительно, вот такой результат вы и получаете. Что еще можно интересного делать? Да, берем какие-то обычные вещи и помещаем в необычные обстоятельства. Это тоже классный контент для соцсетей. Например, если вы занимаетесь фастфудом, и у вас ресторан там, и есть своя доставка, скажем, ну, не обязательно фастфуд, вообще ресторан любой, да, можете тоже для соцсетей посоздавать контент. Вы берете своего доставщика и помещаете его куда-то в необычные обстоятельства. Ну, например, доставщик еды в Антарктиде, вот я задал нейросети тоже такую задачу. Конечно, это вот не буквальное изображение, но это вот не то, как себе представляет нейросеть, но здесь тоже есть интересные моменты, которые можно поразглядывать, и для людей такой контент будет хорошо заходить. Да, или, например, вы занимаетесь чем-то в серии ЖКХ, например, да, и у вас там ваш герой – это электрик. Вот электрик на Луне. Электрик на Луне, нейросеть так себе его представляет. И тоже людям нравится разглядывать детали, нравится смотреть, дальше можно это все уже дорабатывать, углублять. Вы занимаетесь, работаете в учреждении культуры, ваша тема – библиотеки, да? библиотекарь под водой. Да? Библиотекарь в подводной библиотеке, я попросил нейросеть нарисовать мне картинку. И вот такой результат у меня получился, тоже, на мой взгляд, достаточно интересный. И также, вот, как я уже говорил, можно использовать различных художников и просить нейросеть нарисовать ваш предмет, продукт, логотип, что угодно вашего героя в стиле того или иного художника. Да? Например, мобильный телефон в стиле Пикассо. Вполне себе такой интересный проект, на мой взгляд. Да? И вы можете тоже брать любых других известных художников, чей стиль узнаваем, и с ними работать вот таким образом. Я задал, например, девушка выступает на сцене в стиле Анри Матисса картина. Вот она, пожалуйста, в стиле Анри Матисса, тоже узнаваемый. Или Модельяни, да, вот девушка, про публичное выступление делал материал, девушка в виде, значит, картина в стиле художника Модельяни. Тоже, на мой взгляд, достаточно интересная тема. Это опять-таки вызывает интерес аудитории, это разнообразит наш контент. Да, вот, например, какой-то мастер на заводе в стиле, как бы его нарисовал художник в стиле кубизма, да, даже без конкретного художника, стилистику просто задал. И вот получается такая картинка, с которой тоже можно работать, выбираем одно из четырех изображений и с ним работаем. Дальше, например, вот польгоген, да, доставщик еды в стиле полигогена, вот если тот же доставщик еды, и польгоген действительно угадывается. Там не всегда мы видим, что это доставщик еды, да, но стилистика гогена, она прям такая четкая и классная. Что еще можно использовать в работе? Нам часто нужно использовать фотографии изображения знаменитостей, да, и мы не можем, ну, как бы нарушая, не нарушая авторские права, мы не можем это делать, а иногда нам их еще и нужно вписать в свой контекст. И вообще получается сложно. Нейросеть нам позволяет делать такие вещи. Соответственно, вот, например, я делал пост для своего телеграм-канала про вот там Илон Маск договаривался о битве какой-то с Марком Цукербергом. И вот, пожалуйста, задаю Марк Цукерберг, да, вот в Колизеев в стиле Digital Art, получаю картинку, где бы я еще взял такую фотку Марка Цукерберга, чтобы еще и не платить за авторские права, да, и вот получил пост и про того, и про другого, да, то есть знаменитости ключевых, конечно, западных, если мы говорим про нейросеть, например, такую, как Миджорни, то мы получаем Соответственно, в первую очередь, западную, конечно, западных знаменитостей с российскими там э, туговато у нее. Вот, например, Ди Каприо в библиотеке. Опять-таки там про библиотеку делал какие-то такие вещи. Мне нужно было для вот, учреждений культуры. Ди Каприо в библиотеке. Разные варианты разного возраста. Ди Каприо, Дикаприо в библиотеке. Вот кто-то делал, был очень популярный некоторое время назад, пост вирусился в соцсетях. Звезды мировые, значит, э, там певицы, в первую очередь, в, российских, в российской глубинке, да, посмотрите, Майли Сайрус в маленьком российском городе, да, Леди Гага, Ким Кардашьян заходит тоже на ура, такие вещи вирусятся моментально, наша задача что? Наша задача получать охваты, нейросеть нам помогает. Я тоже решил попробовать, я взял Уилл Смит в российской деревне, да, не в глубинке, а в деревне, вот посмотрите, что мне выдал нейросеть. Миджорни, Уилл Смит угадывается, может быть, там не совсем прям вот он, ну, хотя похож угадывается, да, там какие-то черты лица, может быть, измененные на разных фотографиях, на разных картинках по-разному, да, и по-разному он одет, но, тем не менее, да, это может вызвать улыбку и э, достаточно привлекательно выглядит. То есть это хорошо работает. Такой формат контента тоже достаточно хорошо работает. С, с ним можно, особенно если вы там продвигаете что-то связанное с туризмом, или там с той, с той же культурой, с каким-то шоу-бизнесом, это все хорошо, да, то есть вот, конечно, лучше брать узнаваемых звезд, которых все узнают, ну вот, например, у Уилла Смита, там, я думаю, что узнают многие, вот Ариана Гранда, да, певица достаточно известная американская, но такая, ну, не... Настолько широко известная, как та же, например, Леди Гага, может быть, и ее сложнее. И с внешностью ее хуже работает нейросеть, на мой взгляд. Да, вот так выглядит в жизни Ариана Гранда. Я тоже задал Ариана Гранда в российской деревне, в русской деревне. И вот получил тоже веселые достаточно. Но вот здесь еще она более больше на себя похожа. Здесь меньше. Да, картинки веселые. Очень интересно смотреть, какие наряды ее наряжает нейросеть. Но, как бы, вот. Тем не менее, может быть, достаточно веселый такой контент. Вот Райан Гослинг я задал в 70-е годы в Санкт-Петербурге. И посмотрите, тут что-то у меня, вот в принципе, что-то похоже на Санкт-Петербург, и на 70-е годы вот такое угадывается. Да? И Райан Гослинг тоже как бы вот такой достаточно узнаваемый здесь, на этой картинке. Соответственно, что еще? Да, ну вот Ариана Гранда, да, получила странно. Знает бренды. Нейросеть знает бренды, и вы можете задать, например, молодой человек в костюме Adidas. Вот вы получаете молодого человека в костюме Adidas. Да, то есть не факт, что прям именно такая модель есть у Adidas, но Adidas узнаваемый, да, или молодая девушка и парень а, в костюмах Nike. Вот, пожалуйста, Nike Мы видим. И то есть такие вещи тоже а, работают. Вполне можно, как бы, если какие-то бренды продвигаются, или нужны по сюжету, вполне можно это использовать. Что еще, какой еще формат контента очень часто активно используется и хорошо заходит в соцсетях, это в нейросетях, соответственно, это когда мы предлагаем нейросети представить, как выглядело бы что-то, какое-то явление, или какой-то предмет, или какой-то какой параметр, если бы он был человеком. Да? И вот очень популярны были в современном посты, как выглядели бы российские города, если бы они были людьми, да? Вот, например, Москва, Самара, Пенза, Ярославль, Нижний Новгород очень прикольный такой контент, который действительно вот заходит, заходит хорошо и интересен э, аудитории. Поэтому вот, э, на мой взгляд, э, так такое, такие проекты тоже можно интересно делать, но здесь, конечно, если вы понимаете, как работает нейросеть, вы э, понимаете, что, ну, на, наверное, не совсем, как бы вот автор этого поста не совсем только с помощью нейросети это делали, потому что ну, нейросеть все-таки достаточно своеобразно генерирует вот э, картинки под такие задачи, скорее всего все-таки им описывали, каким должен выглядеть город, они просто сказали, представь например Пермь, если бы она была человеком, ну не так, наверное, э, как бы вот все-таки он бы ее представлял, потому что ну вот э, не все еще, ну не настолько идеально еще нейросеть нас понимает э, и не настолько хорошо справляется с этим, как бы, э, с, с, с этой задачей. Потому что, вот, я тоже пробовал, я тоже экспериментировал, да, вот, посмотрите, тоже прикольно, Краснодар, Мурманск. Ну, вот, не, не, не видит нейросеть явно так Краснодар. Скорее всего, описали определенным образом. Но не важно. Это не важно ведь, да. А, важно, что важно, что а, мы создаем классный контент, мы цепляем, и это интересно аудитории. Да, вот, например, находка. Да, это уже другие люди делали. Я тоже в соцсетях нашел, как выглядели бы города Приморского края, если бы они были людьми. Находка, Спаск дальний, Большой камень. Людям всегда это интересно разгляд. Я тоже делал аналогичный проект. И этот аналогичный проект э, к дню пиар-специалистам. Э, как выглядели бы пиар-инструменты, если бы они были людьми. И вот, что у меня получилось. Да, Пресс-релиз. Да, например, э, мотивная реклама. Хайп, медиа Relations, медиакит, Контент маркетинг пост залетел на ура. Просто было куча репостов, было очень много всего. Комментариев, лайков и так далее, но тоже я здесь тоже схитрил, потому что я объяснял нейросети. Потому что когда я начал э, за, ну, как бы вот ставить задачу и получал результат, вот Media Relations это то, что мне выдала нейросеть. Да? А вот по всем остальным она выдавала такие картинки, которые ну прикольные, но не залетели бы так, как залетели бы, если бы вот, э, я не ставил задачу. Потому что ну вот с пресс-релизом, с пресс-релизом пресс нативная реклама лучше всего зашли. Пресс-релиз да, как я ее сделал? Эту картинку, все мои попытки, ну по-разному ставить задачи, чтобы вот нейросеть представила пресс-релиз в виде человека, давали контент, который я понимал, что вирусным не станет. Тогда я сам начал как бы помогать ей. Да? Я представил, что такое пресс-релиз. Это некий достаточно старый да, пиар-инструмент, который, тем не менее, пытается оставаться актуальным. Да? Ну, я и описал, что надо нарисовать молодящегося старика с татуировкой, с сергой в ухе и так далее, и получил то, что получил. Да? То есть, вот, как бы, на мой взгляд, это достаточно интересно сработало, да, также как нативная реклама и вот это вот все остальное. Что еще? Вот проводил тренинг в Красноярском крае, попросил нейросеть нарисовать мне картинку под названием «Культурный потенциал Красноярского края». Что-то пошло не так, да, культурного потенциала я здесь не увидел, да, но зато на тренинге, когда я эти картинки показал, эту и вот эту, все жители Красноярского края мне сразу сказали, да, точно, это про нас, да, мы понимаем, что это про нас потому что что-то такое все равно нейросеть поняла про Красноярский край. Да? Трубы, дым, тут вот река, горы и так далее. Но вот, тем не менее, что-то угадалось. И это тоже вызвало живой отклик. Что хорошо работает, если мы говорим, какие-то команды даем нейросетям? Когда нам нужно представить что-то, я говорил, да, что-то обычное или что-то стандартное, привычное представить в необычной форме, хорошо работает, когда мы ставим задачу в формате объект как другой объект, да, например, Кот как космонавт, да, вот я ставил задачу, cat as a space commander. И вот, посмотрите, мы получаем кота, если, соответственно, там коты, а коты для соцсетей мы понимаем, это святое, если нам нужны коты каким-то образом, вот мы можем вот, и как тема космоса, например, ну, к 12 апреля, например, мы хотим сделать пост, мы берем кота или кто там наш герой, маскот или кто еще, и нейросеть, нейросеть нам сделает из него космонавта. Водолаза, например, если надо, да, попугай как водолаз. Вполне себе тоже интересный формат контента, который позволит нам разнообразить наши публикации. Да, можно делать в виде подделок, как будто это картина сделанная вот из бумаги, да, вот это вот как будто аппликация. Посмотрите, это снег, солнце, да, я тут вот такую задачу поставил. Это тоже все, вот промпты, правильно составленные промпты для нейросети позволяют э, добиваться вот такого эффекта. Да? Или тот же самый код, только аппликация из бумаги. Посмотрите, как это может, может классно выглядеть. Опять-таки все зависит от того, как прописать задачу. Или вот э, бумажный корабль, если нужно что-то. Да? Ну, на, на месте корабля может быть все, что угодно. Да, можно создавать просто разные характеры, если вам нужно создать того же себе маскота, аватара какого-то. Да, при определенной правильной постановке задачи вы можете получить вот такой набор. То есть вот экономим на художнике, экономим на дизайнере. Потом уже для художника мы можем сделать, скажем, такой референс которые мы делаем, даем, и художник дальше это все дорабатывает. Если нам нужны модельки какие-то, вот такие трехмерные, связанные с нашей отраслью, например, энергетика, тоже вот, посмотрите, картинка, которая нам позволяет ну, такие вещи сгенерировать. Опять-таки, если нужны маскоты, а маскот сегодня популярная тема, берем какого-то персонажа и привязываем к нашей отрасли, да, вот маскот, например, слон-электрик, слон-сантехник. Да, это тоже все хорошо работает. Можем помещать героев в разное время. Да, вот я там показывал Райан Гослинг в 70-е годы. Вот я тоже задал. Значит, ну вот там молодая девушка в Москве, условно говоря. Вот это Мидджорни. Москва ну, не сказать, что это не Москва, но прям характерно, характерно Москва не угадывается. Молодая девушка, да, эта картинка теоретически может подойти к публикации про Москву. Да, я пробовал экспериментировать и задал, значит, молодая девушка в Москве в 60-е годы. Да, посмотрите. Тоже, в принципе, ну, вполне себе сойдет за Москву. Да, можно, конечно, придираться к стилю одежды, но в целом как бы 60-е годы угадываются. Может быть, правда, в Москве именно так не носили. Да? Дальше что я еще решил попробовать? Молодой человек в Санкт-Петербурге в 70-е. И вот, пожалуйста, Санкт-Петербург, 70-е, ну, примерно, да, вот, то есть, как бы, вот есть такие вещи, которые, ну, можно угадать, можно сказать, что, да, прикольно, похоже, да, загадывал молодая девушка и парень в Париже в 80-е, тоже по прическе 80-е вполне можно опознать, да, вполне себе такой интересный эксперимент. Да. Ну а вот это Миджорни, да, а есть российская нейросеть Кандинский который я вот тоже экспериментировал с этим. И вот молодой человек в Москве 60-е годы, посмотрите, что мне выдал Кандинский. Вот здесь уж Москва так Москва. Да, если прям придираться, то, конечно, ну, у этого собора Василия Блажанова немного не так башенки расположены, но угадывается, конечно, и угадывается Красная площадь и так далее, или молодая девушка в 90-е в Санкт-Петербурге, например. Вот. Что еще интересного? Да, вопрос. Мы не про тексты. Про тексты тоже поговорим. Сейчас пока про картинки. Что еще? Нейросеть, вот та же, которая Кандинский, она знает какие-то объекты русской культуры. С ней вот в этом плане удобнее, если мы хотим создавать контент именно на базе отечественного материала. Да? Например, она знает Бабу-Ягу. Я задал Бабу-Ягу, и она мне выдала вот такую вот вполне себе приемлемую Бабу-Ягу для публикаций. Что еще? Интересно, вот тоже э, за, ставил задачу э, молодой пресс, молодая девушка пресс-секретарь ведет пресс-конференцию нарисуй в стиле художника Рериха, да, и вот посмотрите, что я получил вполне себе, на мой взгляд, достаточно интересное э, такое изображение, и в принципе, кто знает художника Рериха, угадывается его стилистика вполне себе. Что еще? Ну и прочие другие иллюстрации, не только для соцсетей, для статей, для каких-то там корпоративных изданий, да, вот там люди рабочих специальностей, если нужны, да, если не конкретных людей нам нужно изобразить, а просто проиллюстрировать. Мы получаем картинки, да, разной степени достоверности, опять-таки в зависимости от того, как мы ставим задачи, и получаем вот вполне себе, вот мне нужно было для публикации, ну, там, человек обслуживающий солнечные батареи. Да, эти солнечные панели, вот, пожалуйста, да, или ветряные установки. То есть полно всего, что можно делать вот с помощью вот постановки задачи, и подбирать иллюстративный ряд вполне себе вплоть до того, что это будет не, практически неотличимо от фотографии. Да, до, там, ну, это уже как вы задаете рисунки получать и так далее. Что еще можно делать с помощью нейросетей? Вот вопрос: когда мы публикуем картинку, созданную нейросетью, нужно ли указывать источник? Нет прям такого, что вот прям нужно. Да? То есть тут вопрос э, как бы авторских прав. Очень много копий на эту тему сломано. Если мы говорим про соцсети, в принципе, не нужно. Вот в ситуации, если мы публикуем где-то вот в каких-то таких коммерческих изданиях, да, например, вот я в книгу э, готовил публикации, у меня недавно вышла там очередная книга, и я готовил туда публикации с помощью нейросетей, консультировался с юристами, есть общепринятая Точка зрения, что как бы изображение, созданное нейросетью, принадлежит вам, потому что вы имеете на него право, потому что вы создавали вот этот самый промпт. Ну, то есть, но не имеете исключительного права, то есть его тоже можно репостить. То есть, как бы вы не, не, не можете его продавать, да? но можете его публиковать в своих целях. Но тем не менее, вот перед публикацией книги мне юристы, например, порекомендовали лучше перерисовать картинки с помощью художника-живого, заплатив ему за работу с тем, чтобы купить авторские права, потому что, ну, вот сегодня так, как будет завтра, непонятно. То, есть, то что касается там соцсетей, каких-то публикаций, я не думаю, что будут проблемы, нигде нет прецедентов, что это как-то отслеживается, и что это не то, что даже отслеживается, то, что мы нарушаем тут чьи-то права. Как бы вот тут право не возникает. То есть, ну, тем не менее, зона немножко серая, тут и есть сложности. Поэтому Источник можно не указывать, можно указывать это на ваше усмотрение. В целом, как бы это ваша совместная с нейросетью авторское произведение. Вот так сегодня оценивают юристы по большей части. Что еще можно решать с помощью нейросетей? Например, да, если вот переходим к текстам, да, вы говорили про тексты. Например, объяснение. Нейросеть умеет очень хорошо объяснять сложные вещи. Если вам это нужно для публикации, очень хорошо работает. Смотрите. Объясни, что такое синхрофазотрон так, чтобы понял ребенок 8 лет. Да, получаем ответ. Синхрофазотрон – это большая машина, которая помогает ученым изучать маленькие частицы, из которых состоит вся материя вокруг нас. Она использует магнитное поле и электрические заряды, чтобы ускорить частицы и столкнуть их друг с другом. Это позволяет ученым узнать больше о том, как устроен мир вокруг нас. Очень классно, да, ну вместо ребенка 8 лет вы можете задавать разные задачи, да, но как бы вот, тем не менее, это тоже может быть фишкой объяснять сложные термины из своей отрасли э, через ребенка 8 лет, да, или, например, объясни, что такое мизогиния, так, чтобы понял что ребенок 8 лет, это я вот упражнялся. Тоже сам с нейросетью. Вот она мне рассказывает. Не загини это, когда люди не любят девочек и женщин, просто потому что они девочки и женщины. Это очень плохо, потому что все люди, независимо от пола, заслуживают уважения и равных прав. Важно уважать и любить всех людей независимо от их пола. Прикольно? Прикольно. Вот. А, таким образом, вот решается а, вопрос а создания контента. Если у вас сложные терминологии, вы хотите сделать рубрику объяснения и так далее. Вот. Что еще? Планирование. Очень хорошо можно планировать с помощью нейросети различные вещи очень хорошо помогает, да, это и для контент, создания контента, и для себя просто, да, то есть, например, напиши пошаговый план для набора мышечной массы, и вот, пожалуйста, она выдает, да, определите цели и задачи, разработайте, это, и так далее. не значит, что там каких-то сложных вопросов, особенно связанных там с медициной, здоровьем и так далее, нужно этому следовать, все-таки это нейросеть, и она не факт, что выдает абсолютно какие-то вещи, но в более простых каких-то вещах, вполне себе она может подсказывать классные вещи. Это и как э, контент, вы там для кого-то, э, если вы контент-маркетингом активно занимаетесь, создаете такие вещи, планы, чек-листы. И для, для себя просто, если вы хотите там получить какую-то, получить подсказку какую-то, да, например. Вот, придумай план продвижения в соцсетях для барбершопа. И понятно, что план простенький, да, но дальше вот уже зависит от нейросети, с какой вы работаете и как вы ставите задачу. Этот план можно ее попросить усложнить, детализировать, расширить и так далее и тому подобное. Очень хорошо работает. Конечно, очень классно работает нейросеть для поиска идей. Если вам нужно придумывать идеи, идеи постов, идеи статей, идеи каких-то публикаций, вот в этом плане проводить мозговой штурм вместе с ней, это очень классно. Не факт, что вы должны взять и использовать в том виде, как бы она вам предложила, но это отличное сырье для того, чтобы самим дорабатывать и самим как бы вот уже доводить до ума. Вот, например, смотрите, придумай темы для постов в соцсетях для продвижения автошколы, например. Что нам выдает? Вот, пожалуйста, вполне себе такой мини-контент-план. 10 причин выбрать нашу автошколу для обучения, какие навыки вы приобретете, проходя обучение у нас, отзывы наших учеников, специальные акции, наши инструкторы, профессионалы своего дела, как подготовиться к сдаче экзамена на водительскую и так далее. Вполне себе сносный план, который можно докручивать. Это 10. Да, можно попросить составить больше, можно этот план увеличивать, можно попросить расширить, конкретизировать и так далее, но это очень классно, это экономит время. Да, вы посидели бы, вы бы сами набросали, вполне возможно, не хуже, но вы бы потратили чуть больше времени, чем а, вот с таким помощником, который за вас генерирует, а вы оттуда только уже выбираете. Да? придумай идеи для конкурсов в соцсетях для службы кейтеринга, например, я задал, чтобы посмотреть, что она предложит. Смотрите, лучший фотообед участники должны выложить фото своего обеда, приготовленного службой кейтеринга, с хэштегом компании. Победитель будет выбран по количеству лайков по выбору жюри. Кулинарные испытания. Участники должны придумать и сфотографировать свое собственное блюдо, используя продукты из меню кейтеринга. Гастрономический квест. Участники должны решить загадки или задания, связанные с меню кейтеринга и так далее. Мастер-класс от шеф-повара, подарок для друга и так далее. Вполне себе интересный набор идей. Это про какую сеть вопрос? Это я вот в чат GPT делал. Вот именно, именно вот эти, эти упражнения я делал в чат GPT. Придумай план статьи на тему 10 причин выбрать наш фитнес-клуб, например. Да? И вот и мы получаем себе 10 вариантов статей, которые вполне... Ну, то есть план статей, можно с которой можно работать. Идем на интервью, готовимся, думаем, о чем интересно спросить. Вот, пожалуйста, я задал. Придумай 10 вопросов экологу про ESG-повестку пожалуйста, я получил 10 вопросов экологу про ESG-повестку, тоже с которыми можно работать. Какие преимущества для компании может, могут возникнуть при внедрении ESG-стратегии? Какие риски с игнорированием экологической составляющей и так далее? Да, ну, какие-то вам понравятся вопросы, какие-то нет, но вы можете ее заставлять это делать. Она же, ну, отклик там 15 секунд, да, то есть вы поставили задачу, через 15 секунд получили ответ. Поставили новую задачу, то есть вы потратили там 20 минут, получили огромное количество вопросов, отобрали самое интересное пошли на интервью. Да, да, ну, вы дополнили вы придумали свои безусловно, но тут вы получите какие-то подсказки на тему того, о чем вы не подумали или додумались бы но потратив большее количество времени. это вполне себе на мой взгляд классный такой помощник, который вот позволяет эти задачи решать. Вот, например, да, если мы говорим про э, еще планирование, напиши план лекции пиар-тексты для энергокомпании, я попросил, тоже в качестве эксперимента, вот прям для вебинара. И вот посмотрите, да, то есть понятно, что там в таком виде, наверное, я не возьму для лекции, если я буду лекцию проводить, да, но я какие-то идеи, может быть, отсюда тоже э, получу. Вот планирование, э, вот генерация идей, да. Или, например, придумай название зоомагазина. Uh, то есть можно и такие вещи делать. И вот, пожалуйста, 10 вариантов. Тоже вполне возможно, что вам не понравится. У меня была история, мы запускали новый телеграм-канал, один из своих проектов, и нужно было название. И я тоже решил, подумал, ну, подумаю, ка я вместе с ней ресетю. Тогда я использовал Яндекс GPT. А, там вполне себе доступная бесплатная нейросеть. Мы с ней сделали вариантов 30, которые я вот постоянно выбраковывал, но на основании этих 30 вариантов я в итоге склеил свой, взяв часть идей из того, что предлагала она, и вот в итоге мы как бы использовали его в работе. То же самое, помимо текстов, можно генерить идеи и картинок. Да? Вот мы, я поставил задачу «Придумай название зоомагазина», следующая задача поставил «Придумай эмблему зоомагазина». Да, и вот такие вот разные варианты эмблемы которые мне накидала нейросеть вполне тоже можно было отдать в разработку художнику, чтобы он довел до ума да, и таким образом э, получить достаточно интересный результат. Какие еще задачи можно решать? Транскрибация. Да, тоже мы много работаем. Если мы там пиарщики, мы или создаем какой-то контент. Мы работаем много с аудио, например, и нам нужно его преобразить в текст. Да. Мы записали интервью с каким-то человеком, мы хотим получить текст. Да. Раньше мы что делали? Либо сами сидели тут до ночи и расшифровывали, либо нанимали расшифровщика. платили ему деньги. Теперь можно расшифровщиков всех ну как бы это похоронить грубо говоря извините за цинизм ну то есть можно этих всех расшифровщиков можно через YouTube да но через YouTube все равно будет такая сложная ну как бы там очень много будет криво услышано YouTube а вот нейросети которые работают со звуком вот с этим с расшифровкой многие уже гораздо лучше расшифровывают чем YouTube YouTube все-таки там тоже нейросеть это делает да но там много как бы вот вопросов к этой расшифровке. Но через YouTube можно, да, я согласен, но это нужно это видео залить, а если у вас просто аудиозапись, с этим сложнее. Хотя, да, этим я тоже пользуюсь. Но вот и вот апихостру и звукограмм это российские, да, с ними тоже можно работать. Вот транскрайными, вот этими всеми нейросетями, можно пользоваться. Опять-таки, если мы работаем со звуком, и мы, например, пишем видео, и видео плохой звук, и нам нужно с этим что-то сделать. Тоже есть свои нейросети. Да, вот, например, улучшить качество звука. Вот с помощью этой нейросети изменить голос на видео. Преобразовать текст в голос можно, если вы хотите с вашим голосом озвучить видео. А, ну, озвучивать не хотите, да, вы можете загрузить туда текст. А можно не только своим голосом, но и голосом известных актеров, например, что тоже интересно. Да, или вот, например,. Улучшить качество звука, удалив фоновые шумы Позволяет вот эта нейросеть Вот хейджен есть нейросеть тоже Она позволяет перевести видео на другие языки Сохранив оригинальный голос И даже настраивает артикуляцию да. Видели на одно время вирусился ролик Где Борис Ельцин говорит свою знаменитую речь Я устал, я ухожу На английском языке Своим голосом, со своей артикуляцией да Но на английском языке Это все делает нейросеть Она позволяет вот такие вещи действительно делать переводить тексты. Да, понятно, есть Google переводчик, но Google переводчик переводит. Ну, с Google переводчиком тоже нужно там повозиться, и не всегда он хорошо переводит. Поэтому появилось много... Ну, во-первых, это можно делать с той же чат GPT. Да, вот, пожалуйста, взял тот же текст песни Майли Сайрус Flowers, попросил перевести на русский язык, да, получил там перевод. Да, но есть вот, например, интересная такая нейросеть Dipple. Она позволяет тоже Переводить достаточно хорошо, качественно. Во-первых, переводить и достаточно большие объемы текста. И что интересно, можно загружать не только текст, но и PDF-ку, да, PowerPoint презентацию, и она будет тоже это переводить. И очень хорошо заточена под перевод научных всевозможных статей и так далее. То есть она обучаемая, она хорошо обучаемая, она в разных, в разных отраслях хорошо разбирается, благодаря тому, что много переводила таких текстов, и разбирается в терминологии, более точно переводит. То есть большое количество разных вещей. Что касается непосредственно текстов, да, вот тут был вопрос. Конечно, мы говорим, если там про работу с текстами, это в первую очередь, там, скажем, чат GPT, самая распространенная такая нейросеть, которая работает с текстами, ну есть и другие, безусловно. С текстами есть вопросы, конечно. Если это вот последняя версия чат GPT, она уже гораздо лучше пишет тексты, но все равно э, с текстами есть много проблем, потому что пишет она часто довольно поверхностно. Не всегда она в теме, да, если вы хотите отраслевую какую-то обзор отраслевой сделать. Вот до недавнего времени она не обновлялась и знала только о ситуации. Ну, то есть, она была зафиксирована на уровне 2021 года. И когда я, например, просил: напиши мне, что происходит на рынке, например, светотехники в 2023 году, она мне выдавала картину 2021 года, рассказывая, как западные бренды классно развиваются на российском рынке. Эти все бренды к тому моменту уже ушли, как мы понимаем. Но потом, сейчас говорят, ее обновили. Я вот больше не пробовал отраслевые обзоры заказывать ей, но как бы вот такие вещи э, хорошо э, как бы вот э, иметь в виду. Ну вот пишут да в комментариях чат GPT спасает проблем белого листа безусловно, классно работает. То есть еще раз как помощник, как источник идей, как э, что, возможность создать основу себе для публикации тоже текста тоже хорошо работает. Пишешь напиши мне текст, например там 10 способов очистки репутации в интернете, она тебе напишет. Ты оттуда, скорее всего, ничего не возьмешь, но возьмешь несколько идей и трансформируешь это уже в свой текст, добавив туда свои фактуры. Но если у вас есть проблема белого листа, да, это действительно хорошо помогает решать эту задачу. То есть вот в этом плане, если мы говорим про тексты, да, с каждым годом она становится все умнее и умнее. Рано или поздно она будет писать более сложные тексты. Но Опять-таки на вопрос, заменит ли всегда, который я получаю, заменит ли нейросети пиарщиков, заменит ли она у нас, как людей, на мой взгляд, нет, не заменит, потому что все равно вот, достаточно качественной проработки текста. То есть я пытался создавать текст с помощью нейросетей, ни один текст меня не устроил, в том плане, чтобы я поставил свою фамилию, что это я написал. Да? Но, во-первых, мне в принципе это кажется не совсем правильным. Да, я все-таки отвечаю за то, что я пишу, и пишу сам. Ну, и текст по качеству не устраивал. И его видно, этот текст написан нейросетью. Да? Я же занимаюсь еще многими медийными проектами, и журналы мы издаем, и нам журналы тоже периодически пытаются присылать некоторые авторы статьи или комментарии, написанные нейросетями. Их, ну, я их вижу сразу. Да? И сразу в бан отправляют у автора. Потому что, ну, вот э, стиль такой, который легко считывается. Во-первых, поверхностность, много таких ненужных водных слов, много воды какой-то. И вот мяса не хватает в таких текстов, как правило. Поэтому пока нам ничего не угрожает. Но она будет расти и развиваться. То есть наша задача: а не бояться, б использовать как помощников, потому что как помощники это нейросети достаточно хорошо могут вот решать задачи, делать основу текста, подбирать какие-то аргументы, подбирать разрабатывать нам структуру текста, делать тот же план текста. Но писать все-таки я считаю, что правильнее самим. Да? Даже если это какой-то проходной служебный текст, все равно с ним придется работать, все равно его придется обрабатывать. Все равно с ним как бы будет, будут сложности определенные. Поэтому, вот, на мой взгляд, нужно для создания промптов также нужна креативность. Сейчас убегает. Секундочку. Как ее развивать, поддерживать, что читать, то почитать и посмотреть. Иногда заканчиваются идеи на промпт, а нейросеть предлагает поверхностные идеи. И читать, смотреть все, что много материалов выходит по нейросетям. Читать, смотреть, как делают другие. Есть сайты, прям, где есть всякие идеи промптов. Например, есть сайт promhero.com Там можно подсматривать. Нависи много статей про нейросети, то есть искать эти идеи. Ну, активно. Только насмотренность повышать. Больше никак тут не сделаешь, да, учебников каких-то нет. Ну, вот приходить на мероприятия, типа того, которые мы будем проводить в июне, потому что придут разные люди из разных сфер, которые работают вот так или иначе с нейросетями и используют их для там, связи с общественностью, и расскажут, что они делают, покажут, и можно будет посмотреть и подчеркнуть какие-то идеи. Вот. Ну что ж, давайте перейдем, наверное, к вашим вопросам. С тем, чтобы э, э, уже можно было пообщаться. Я поотвечаю на вопросы. Пишите мне в чат ваши вопросы. Пока вы пишете вопросы, я напомню, 어, о чем говорил в начале, что в ближайшее время у нас будет несколько мероприятий, э, на которые можно приехать к нам поучиться. <by95> Это школа пиар закрытого предприятия 3-5 апреля для пиарщиков, связанных вот с какими-то секретными закрытыми предприятиями. Будем говорить о том, как строить пиар тогда, когда говорить ни о чем нельзя. Да, как не нарушать правила, что ни о чем говорить нельзя, но при этом решать пиар-задачи. Связь с общественностью в органах законодательной власти 10-12 апреля. Это мой трехдневный тренинг в Москве по вот темам ЗАГС-Собрания Городские думы, что делать, как строить пиар. Пиар в соцсетях для государственных муниципальных структур будем говорить о том, что делать в социальных сетях, как вести паблики бюджетных учреждений, муниципальных структур, государственных структур и так далее. Пиар в образовании 22-24 апреля, трехдневный тренинг для пиарщиков вузов и а, средних учебных заведений. Мастер пиар текста в мае, трехдневный мой тренинг по текстам. А, и вот, собственно, мероприятие, которое будет посвящено полностью нейросетям, трехдневный тренинг, э, семинар практикум нейросети для пиар-специалистов. Здесь не только вот как я сейчас рассказал, мы будем рассказывать, что можно делать и показывать, будем учить непосредственно делать, будем вместе составлять промпты, будем учиться скачивать, устанавливать себе программы, нужные для работы в тех или иных нейросетях, и изучать, как они работают, и прямо делать руками на тренинге с помощью, там, ну, у каждого будет ноутбук, каждый будет с этим работать. И также все мероприятия можно наши найти, кроме этих, все можно найти на сайте eventimage.ru. Давайте перейдем теперь к вашим вопросам. Так, Гервин АИ использует для рерайта, тоже неплохо помогает, когда нужно переписать текст, чтобы повысить уникальность. Не весь текст, а подсмотреть обороты, возможные формулировки. Да, отлично. Вот именно вот это вот, подсмотреть обороты, подсмотреть формулировки, повысить уникальность, сделать рерайт, это тоже очень хорошо все вот помогает делать нейросеть. Да, но помните, что нейросеть нужно проверять, потому что у нее бывает, грам... текст написан нейросетью, бывают грамматические ошибки, стилистические ошибки, не всегда идеальный там русский язык. Бывают фак фактологические ошибки и их много, да, и она иногда может увести вообще, то есть и факт-чекингом тоже нужно заниматься. То есть все очень непросто. Иногда выдаются качественные, классные тексты, иногда вот прям совсем трэш вылезает. И самое главное, что нужно вот помнить о том, что вот э, даже уникальность все равно нужно проверять. Вроде бы считается, что уникальные, очень, ну, высокой уникальности выдают тексты нейросеть, бывают и здесь как бы на старуху пророка. Имейте это в виду. Можно тоже порекомендовать Copilix, сервис для проверки текста на ИИ очень помогает, если использовать чат GPT как основу. Да, спасибо за рекомендацию. Будет ли в доступе презентация с ссылками на нейросети, которые вы используете? Нет, презентации в доступе не будет, но выложу вот это видео на YouTube и можно будет там посмотреть и а, оттуда взять да, эти самые названия нейросетей. Добрый день. Работаю в чат GPT, в GPT уже больше года. Отлично справляется с постами для соцсетей, и обращениями ру, руководителя. Конечно, тексты они идеальные, однако небольшая человеческая работа над текстом и получается прекрасный результат. Как вы считаете, как скоро генераторы текста добьются идентичности с человеческой лексикой? Является ли этически корректным пиарщику использовать нейросети в своей работе, или это скоро станет общепринятой нормой? Я не вижу здесь проблем, да, в плане того, что э, ну, Нарушение каких-то этических норм. Еще раз, да, то есть, как бы вот э, для создания служебных текстов вполне себе нормально, на мой взгляд. Да, для создания, как бы авторских текстов, когда вы говорите, это я, я автор, я написал, например, вот там я пишу книгу, я не использую чаджи. Я могу использовать нейросеть, когда я пишу книгу, для того, чтобы она мне идеи, как упаковать, как структурировать, да, там, план, о каких темах еще написать. Здесь я использую нейросеть, и здесь я считаю, что это вполне этично. А вот прям текст, что написано нейросеть, взять, вставить в книжку, где написано, что автор Тимур Асланов, я считаю, что это неприемлемо. А вот служебный текст, пресс-релиз, поздравления, еще что-то. Да, почему нет? Это не вот какой-то суперавторский материал. Это технический инструмент, который нам помогает э, добиваться результатов. Я не вижу здесь никакого нарушения этики. Что касается, э, как быстро генераторы текста добьются идентичности, я думаю, что достаточно быстро. Ну, пары лет вопрос, на мой взгляд, потому что, ну, очень хорошо, очень активно обучается эта самая нейросеть, очень активно и, ну вот, дальше все, все совершенствуется, все новые и новые версии будут все более и более совершенными. Все равно до конца нас не заменят, потому что промпты составляют люди. Да? И вот от того, как вы качественно его составите, как вы поставите задачу, как вы его детализируете, именно в этом и состоит работа. Да? Но то, что люди, которые не сегодня не хотят обучаться нейросетям, люди, которые сегодня ну, считают, что ой, ну типа это все не для нас, обойдемся без этого, эти люди потихонечку будут отставать от своих коллег и будут менее конкурентоспособны на рынке труда в любой отрасли, не только в пиаре, на мой взгляд, потому что это сегодня входит в нашу жизнь, будет входить все плотнее и плотнее, этих нейросетей очень много под разные абсолютно задачи западные, российские. Российских очень много классных. Вот тот же Кандинский, там, шедевр от Яндекса. Тоже много там вполне себе интересных вещей можно делать с их помощью. Поэтому это все будет, да, и, и, и будет все дальше входить в нашу жизнь. Какую порекомендуете самую удачную на сегодня нейросеть для создания текстов для госструктуры? чат GPT. Ну, на мой взгляд, чат GPT. Я тоже, я не, не вот там знаю все обо всем. С чат GPT работаю плотно. Чат GPT – это нейросеть, с которой нужно работать. Там есть, конечно, сложность с ней, потому что для того, чтобы установить прям непосредственно чат GPT, там вам нужно иметь иностранную карточку, чтобы оплачивать подписку, использовать там VPN и так далее. Но есть боты в Телеграме, которые, через которых можно общаться с чат GPT и платить рублями, и вот, не входить вот в эту зону, если она для вас некомфортна. Поэтому, Если мы говорим про госструктуры. Поэтому но все равно, на мой взгляд, чат GPT самая интересная сеть. Еще вопросы. Вот, кстати, если хотите больше читать про нейросети, подпишитесь на мой телеграм-канал, если еще не подписаны. Я регулярно там пишу по этой теме, потому что тему эту считаю важной. И про нейросети пишу, пишу про и подсказки, и советы, и рекомендации, и так далее. И ссылки на нейросети там тоже даю. Скажите, пожалуйста, так, какие генераторы текстов работают на благотворительной основе для НКО? Ну, на благотворительной основе вы имеете в виду, что не надо за них платить. Яндекс GPT работает бесплатно. А так у большинства нейросетей есть какой-то минимум, который можно сделать бесплатно. Но, как правило, там все за деньги. Но если мы говорим про тот же, вот я говорил, чат GPT через бота в Телеграме, там абсолютно ну вот маленькие деньги, скажем так, которые можно просто вот ну там условно говоря, там платишь 100, 199 рублей, получаешь там пачку токенов этих, которые расходуются достаточно долго. То есть это не запредельные деньги. Это не какие-то большие суммы. И даже если мы говорим там про подписку, это там 20 долларов в месяц, ну, где-то там 30, то есть это тоже это не вот там не тысячи долларов и не десятки тысяч рублей. Это все вполне себе достаточно скромные деньги, вот это, стоимость этой подписки, которую можно оплатить, вот, ну, даже если нет бюджета, на мой взгляд. Также используют GPT для вуза в социальных сетях. Но когда обращаюсь к платформе Яндекс, Алиса GPT, то начинается, что это не может сказать, то не может, то есть существуют ограничения. А иногда э, эти ограничения очень странные. Зато GPT с зеленым рисунком работает без ограничений. Да, есть такое, безусловно, но никуда от этого не деться. Яндекс GPT достаточно ограниченная такая сеть. Да. Добрый день, Тимур. Планируется в этом году курс для тех, кто работает с соцсетями в сфере культуры. Вот прям именно адресно в сфере культуры нет. Но если вы работаете с соцсетями в сфере культуры, там вот в бюджетной сфере государственной, приходите на тренинг соцсети для госструктур. Там будем эту тему тоже подробно разбирать, потому что много участников, как правило, бывает из этой сферы. То есть мы не только органы власти разбираем на этой школе, но вообще все, что связано с госсектором, с бюджетной сферой, в том числе в сфере культуры. Поэтому вот именно Адресно по культуре такой вот тематической школы нет. Но вот э, на школе на связи с общественностью э, в соцсетях для госструктур, там все, все эти вопросы мы разбираем, и примеры тоже, поэтому вот, можно туда приходить. Выдаются ли при оплате чата GPT, так, сейчас, секунду, э, документы, позволяющие закрыть этот расход в госструктуре? Думаю, что нет, поскольку это ино иностранная организация, где нужно платить иностранной карточкой. Вряд ли вы сможете как-то каким-то образом официально это все провести. Вы выделяете чат GPT. В чем, на мой взгляд, ее преимущество над нашими аналогами? Яндекс, GPT, чат? Переплюнем ли мы запад? А, ну, скажем так, на мой взгляд, можем переплюнуть. То есть вот уж в чем, в чем в IT-сфере, как бы, ну, мы достаточно сильны, на мой взгляд. Пока вот чат GPT самая крутая, но это не значит, что она будет такой всегда оставаться. Яндекс GPT она как бесплатная, ну то есть у нее действительно много ограничений, я не думаю, что ее сильно развивают. Но если они захотят сделать платную крутую версию, я думаю, они смогут, да. И в принципе, как бы на мой взгляд, чат, не знаю, что я не работал с ней, но я думаю, что там рано или поздно появится, появится российский аналог, который будет сопоставим, да, потому что, ну вот там, например, в том же кандинском я говорю, там вполне э -э, можно делать интересные вещи которые вот и которые в том числе даже нельзя делать в Миджорни, да, потому что она не знает, например, нашей специфики каких-то российской культуры, российских каких-то вот ну вот действительно контекста какого-то. Поэтому вот и Кандинский тоже вполне себе интересные картинки рисует. То есть мы в этом плане ну не сильно отстаем, если отстаем, да, и я думаю, что в общем как бы имеем все шансы догнать и перегнать, скажем так. Сам я ее пользуюсь, и мне она более комфортна. Интересно ваше мнение. Угу. Не могут полностью заменить. Есть такие значения, как эмоции, креативность, действия по ситуации. Наоборот, такое ощущение, что нейросети со временем станут обычным инструментом, как Google. В чем-то согласен с вами, да. Потому что действительно какие-то эмоции, какие-то тонкости, нюансы какие-то пока не ловят, и не факт, что будут ловить. Да. Здесь все-таки человек незаменим, и придать какой-то шарм драйв тексту, остроту, и вот где-то с контекстом, с нюансами поработать, все-таки нейросеть пока не в состоянии, не знаю, будет ли в состоянии, да. Для иностранных нерестей обязательно формулировать промпт на английском языке? Нет, не обязательно. Английский язык понимает, даже Midjourney или ChatGPT, понимают, конечно, гораздо лучше. И там много промптов, которые можно просто брать и трансформировать. Если вы английский понимаете, вам будет легче. Вы берете чужой промпт, например, если находите где-то ну, вот, на каких-то площадках, трансформируете его под свою задачу, просто меняя какие-то нюансы, и получаете сопоставимый результат, вполне интересный. Но и GPT, и Midjourney понимают русский язык. Понимают чуть хуже, но не настолько хуже, чтобы не давать хороший результат. Поэтому идеально, если вы знаете английский, но если нет, это не значит, что вы не сможете получать хороший результат. Вполне себе может. Также используют GPT для уза в социальных сетях. А, это мы уже читали. Сейчас, секундочку. Можно ли использовать нейросети в государственной медицине, в частности, для создания картинок? Не только можно, но и нужно, на мой взгляд. Ну, инстру инструментарий достаточно широкий, можно делать очень много классных вещей, поэтому я рекомендую активно использовать. Еще раз, если нет доступа к там, иностранным нейросетям... Из-за того, что вот там нет зарубежной карты или чего-то еще, можно использовать боты в Телеграме, где можно платить рублями российской картой, либо использовать российские аналоги, которые неплохие, которые тоже могут делать очень классные вещи. Поэтому вот там есть шедеврум, да, есть Кандинский, если мы про картинки говорим и так далее. Вот, ну что, наше время уже подходит к концу. Коллеги, напишите мне, пожалуйста, обратную связь по вебинару. Что ценного, интересного взяли для себя из моего вебинара? Что планируете применять в работе? Что особенно понравилось? Мне будет приятно. Если есть еще один-два вопроса, можем успеть ответить. А вот за обратную связь я буду вам очень благодарен. И приезжайте на наши мероприятия. Мы очень активно проводим вот эти обучающие мероприятия. У нас всегда проходят они очень интересно, потому что приезжают коллеги из разных отраслей, из разных регионов. Очень живое общение, обмен опытом, погружение в специфику тем, особенно на школах, где можно потратить много времени для того, чтобы проработать те или иные вопросы и обязательно поработать с вашими материалами, с вашими какими-то запросами. Ну и приезжайте на школу по нейросетям, если эта тема вам важна, потому что там прямо руками вместе все будем делать. Спасибо большое. Пишите мне обратную связь. Я камеру выключу. Чат пока выключать не буду, чтобы вы могли написать мне обратную связь. Желаю вам успеха. Как я уже сказал, видео это мы выложим на YouTube. Можно будет еще раз пересмотреть, показать коллегам. Спасибо. Всего доброго. Пока.